Как сообщает Сланцевская госавтоинспекция, в период с 1 по 6 мая на территории района было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых 3 человека получили ранения. 1 мая в дневное время в деревне Гостицы водитель Volkswagen при движении задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, совершила наезд на препятствие. 2 мая в вечернее время на 185-м километре автодороги Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп водитель Volkswagen, потеряв контроль над управлением автомобиля, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где и врезался в кроссовер Nissan Terrano. В результате этой аварии пострадали оба водителя и пассажирка автомобиля Nissan. С места ДТП каретами скорой помощи пострадавшие были доставлены в Сланцевскую межрайонную больницу.